Привет! Если сейчас загуглить слово «рыцарь», то в 90% случаев вы найдете доспехи с характерным шлемом. Наклоненное забрало, выраженный подбородок, приталенная шея. Вот известные примеры. Шлем главного героя из Dark Souls и персонаж из игры Stronghold. Не говоря уже о тысячах картинок рыцарей с характерным шлемом. Этот шлем называется Армет, и он имеет собственную историю боевого применения в средневековых войнах. Именно Арме становится символом рыцарства не только в реальной истории, но и в многочисленных средневековых легендах и сказаниях. Это говорит нам о том, что те люди, которые пользовались доспехами по прямому назначению не быть убитыми, чтобы убивать, именно они высоко ценили этот шлем. В этом видео мы познакомимся с базовыми признаками, которые характеризуют Арме. Какие забрала устанавливались на этот шлем? преимущества и недостатки перед другими типами защиты и в чем его уникальность. По версии средневековой пехоты лучший шлем – это, конечно, шапель. Мои <laughs> <laughs> ёпта. А по версии современной пехоты лучший шлем – это топхельм-грифон. Но отбросив шутки в сторону. Какое наголовье действительно можно назвать совершенным идеальным шлемом средневековья? И на это звание не без причины. Претендует именно арме. Рыцарские доспехи впечатляют. Даже сегодня они заставляют мечтать миллионы людей и вдохновляют на создание игр, в которых присутствует броня. Arcage – наш партнер, который помогает в создании контента про доспехи. Это ветеран MMORPG с обновленной графикой. Скачивается бесплатно на компьютер. А сейчас открылся новый сервер – Kraken, где вас ждет множество подарков. Вы получите тигра со сбруей, кристаллические крылья, фамильяра, фиону и кристалл для автоматического сбора трофеев. Развивать персонажа на новом сервере будет совсем просто. В этом вам помогут не только подарки, но и удвоенный бонус к количеству получаемого опыта. На Кракене также появятся уникальные предметы. Яркие наряды, необычные домики, тематические глайдеры. Здесь станет доступно все без ограничений. Кракен – это сервер с безграничными возможностями. Максимальный уровень не ограничен. Доступны все уровни персонажа, включая героические, серверное сражения, возможность смены фракции, а также можно стать кузнецом и самому создать свой доспех или меч. И куда же без развивающегося сюжета. Это и многое другое ждет вас в Ark Age. Переходите по ссылке в описании, скачивайте игру и окунитесь в мир волшебного фэнтези. Главные особенности Арме и отличия. Закрытый шлем, он же Closed Helm, он же Gishlessen Helm он же Арме по французской транскрипции. Продукт долгой эволюции, отработки форм, экспериментов и усилий оружейников Европы. Так, что же такое Арме? Хорошее представление об этой модели дает шлем из коллекции музея Метрополитен, Нью-Йорк. Иногда его называют Арме Леонард по клейму с такой надписью. Вес 4 килограмма 196 грамм. Для справки, Бугуртный топ-хельм Грифон весит примерно 5 кг. А бугуртный бацинет с кольчугой весит примерно 6,5 кг. Главная черта арме, чтобы снять с головы, вам необходимо раскрыть его. То есть поднять верхнее забрало. Затем в зависимости от версии арме было три варианта. Первый и чаще характерный для ранних арме. Раскрытие в стороны. Второй более характерный для поздних, хотя и встречается в ранних. Вариант, когда подбородок поднимается вверх, как на шлеме, который я недавно сделал. Вот так. И очень редкий вариант, когда цельный подбородник откидывается в сторону на одной петле. Вот так. В отличие от большого бацинета или тупхельма, арме не надевают, просто опустив сверху на голову. Такая конструкция предельно анатомична, охватывает нижнюю часть головы и фактически делает ненужным подбородочный ремень. Да, арме не опирается на плечи воина. Стык между шлемом и нагрудной броней могла прикрывать бармица, как на бацинете. В задней части крепился диск рандель, который закрывал стык разъемных сегментов и защищал фиксирующий ремень. Это база. Основные принципиальные особенности. Арметов было великое множество, и они немножечко отличались. Но самое главное, Закрыв шлем, с вас его уже не снимут. Забрала. Какие же забрала были на таком шлеме? А были они самые разные, причем многие из них существовали до создания арме и устанавливались на другие типы шлемов. Прежде всего, это уже отработанный на бацинете. Тип забрала Хунсгугель, собачий колпак или собачий морда. Он появился еще в 14 веке. Этот вариант максимально удалял лицо рыцаря от точки соприкосновения с копьем противника. Усиливал рикошеты, имел своеобразную эстетику и прекрасно показал себя на шлемах типа бацинет. Вид такого хунцгугеля был грозным, агрессивным, а его продолжительное употребление доказало предельную надежность. На фреске замка Феникс из Италии изображен рыцарь Святой Георгий в шлеме Арме с забралом типа хунцгугель что дает полное право объединять эти детали в реконструкции. Уже в 20-х годах 15 -го века распространился альтернативный вид забрала – бикок, бикокет. Этот дуршлаг сильно напоминает фехтовальные маски 19-20 века. Идея оружейников понятна – сделать перфорацию как защиту от узких лезвий боевого оружия. Забрала типа бикок было опробовано на шлемах Гранд Бацине – больших бацинетах. Итальянский большой бассейны датируется 1450 годом. Также гранд бацине могли оснащаться и забралами типа хунсгугель. Возможно, что забрала типа бекок и хунсгугель были взаимозаменяемыми. Пирамидальная забрала хорошо работала против копья или пики, а дуршлаг бекок позволял сохранять хороший обзор. При этом даже клинок кинжала туда не пролазил. Следует напомнить, что забрала этого периода не монтировались наглухо, то есть делались съемными посредством боковых петель. Вытащив щифты, можно было поменять забрал или вообще идти в бой с открытым лицом. Для лучшего обзора и дыхания. Есть ли у тяжелого большого бацинета преимущество? Да, он опирается на плечи бойца, обеспечивая максимальную жесткую защиту. Но это же становится его минусом. Рыцарь не может вертеть головой. И вынужден поворачиваться всем корпусом. Хотя, ну, если вам прям очень нужно навернуться с коня на полном скаку, то, ну, лучше, чтобы на вас был все-таки гранд-бассенет с жесткой фиксацией на керасу. Проблему защиты нижней челюсти и шеи в конструкции шлема Арме решили на самом деле просто гениально. Она была оформлена в виде отдельного бувигера или бивора. Конструктивно раздвижные части арме поднимались почти до уровня глаз, оставляя открытой лишь небольшую часть лица. Чем-то напоминая Т-образный вырез от барбюта. Биверплейт мог быть не только отдельной деталью, но и исполнять роль второго забрала. Получалась своеобразная двойная защита. Знаете, вот бывают рукожопые оруженосцы. Вот бывает такое. Короче, если вдруг потеряли верхнее забрало, то нижняя защита все равно отлично прикрывала щеки и подбородок. Множество закрытых шлемов дошли до нас без забрал, увы. На помощь реконструкторам приходит изобразительное искусство, ведь в эпоху Возрождения художники максимально дотошно воспроизводили детали. Фронтальная проекция, то есть вот так, часто усиливалась налобной пластиной, дабы избежать прямого пробития. Дело в том, что толщина военных шлемов Военных, не турнирных, обычно колебалась от 2 до 1,5 мм. А при нестабильном качестве стали да, в средневековье такое случалось, нестабильное качество стали. Лучше быть уверенным, что в лобешнику вот вам не запхнут кусок копья или арбалетного болта ну, вот, сквозь шлем, прямо. Типичным же арметным забралом был так называемый воробьиный клюв пирамидальная забрала. Его использовали вплоть до 16 века. Кстати, Э термин «воробьиный клюв это скорее современный жаргон, чем реально средневековый термин. Забрала типа амбразурная пластина, найдена в Халкиде на острове ФБ. Большой бацинет с Халкиды, вероятно, был предшественником арме. Забрала такого типа, также могло использоваться на закрытом шлеме. Такая теория. И наконец Арме с забралом типа Бекок отлично представлено шлемом из Фюрстенвальде. Иногда можно услышать название «шлем Бикок», но Бикок – это лишь тип забрала, ставившегося на арме или бацинет. Итак, Closed Helm – это арме или не арме? В комментариях под моими постами в соцсетях часто звучало утверждение, что Closed Helmet – это не арме, а отдельный вид шлема. Так, я начал разбираться, ну и вот что оказалось. Закрытые кавалерийские рыцарские шлемы 15-16 веков называли романским термином арме, армет. Происходит он от латинского арма, оружие, вооружение. А итальянцы называли доспехи словом арматура, то есть защитное вооружение. В германоязычных землях использовали и другой термин, который звучал так – закрытый шлем. Гишлёсенер хельм или Closed Helmet, английский вариант. Ранние модели первого закрытого шлема, первая треть 15 века, имели характерные признаки. Шарообразный верх купола, четкий выраженный подбородник, при котором шлем необходимо открывать, надевая на голову. И различия разнообразных вариантов забрал, в том числе наследие бацинета, такие как Бикок и Хонсгугель. Ранний армет, оружие веды, Называют также арметом первого типа, арме с раздвижным подбородником. Но ближе к концу 15 века появляется армет второго типа. Шлем, не размыкающийся в нижней части, подбородник которого крепился на петле в левой части шлема и расстегивался справа. То есть вот так. Иногда арме второго типа называли флорентийским. Максимилиановский шлем тоже армет, так как имеет весь набор вышеуказанных признаков. Хотя варианты Максимилиановского забрала могли быть довольно экзотичными. Гофрированные, гортескные маски, обезьянье лицо. Все это лишь развитие той самой технической идеи. В середине 16 века, после выхода из моды Максимилиановских лад, дальнейшее развитие доспеха продолжилось и в развитии арме боевые и турнирные шлемы 16 века – варианты базовой модели 15 века. Да, они усложнились и специализировались. На арметах появились пластины для защиты шеи. Теперь нижняя часть шлема поднималась вверх и крепилась на одной оси с забралом. Сверху могло надвигаться еще одно дополнительное забрало, тоже на той же самой боковой оси. Типичный пример – поздний бургундский армет середины 16 века. Итак, Термин арме ⁇ романский, то есть итальянский. В германских землях точно такой же шлем называли закрытым. Как я понял, тут и началась путаница у современных реконструкторов. Чтобы отличить ранние арме от поздних, поздние современные историки договорились называть closed helmet, geschlossener helm, а ранние просто арме. Таким образом, для обозначения разных по времени моделей договорились называть терминами из разных языковых групп – романской и германской. Проблема не в определении типа шлема по национальности, а в классификации по времени и особенностях деталей. Но необходимо понимать, что все эти модели от раннего арме 15 века до поздних 16-17 есть развитие одной и той же оружейной идеи. Армета. И повторюсь, я не ученый, не историк. Поэтому, если есть что сказать, пожалуйста, аргументируйте в комментах. Да будет срач. <класс> Именно по такому принципу собран этот красавец. Если что, если вы вдруг не видели, то в предыдущем видео я делал этот шлем. Оба забрала поднимаются на боковых заклепках, вот тут. Защита шеи представлена не кольчугой, как у это, а более удлиненной частью купола, вот с этой стороны, и более удлиненной частью забрала, вот тут. Хотя вот эту ткань владелец шлема планирует зашить также кольчугой. Типичный шлем для доспеха в стиле Кастенбруст. А вот главный источник на забрала Хунсгугель. Как видите, он изображен на классическом армете с раздвижным подбородником. Почему же мы берем кучу разных фото, картиночек, барельефов и лепим изделия по разным источникам? Очень часто до наших дней не доходят отдельные варианты шлемов или доспехов в металле, но зато нужный нам тип есть на изображениях, картинах, витражах, надгробиях, книжных миниатюрах, барельефах и так далее, и так далее, и так далее. Иногда в музее или частной коллекции сохранился целый шлем, но съемная забрала потерялась. Что же делать? Как реконструировать полную комплектацию? В XIV веке в Европе начинается мощный культурный подъем, известный как Ренессанс, Возрождение. Художественное исполнение картин, скульптур, иллюстраций невероятно высоко по качеству и буквально фотографично в деталях. Конечно же, в первую очередь художники изображали детали быта аристократии, высших слоев общества. А ведь аристократия этой эпохи была как раз воинской, рыцарской. На картинах мастеров Возрождения часто можно рассмотреть каждую заклепку доспеха. Художники рисовали с натурой, четко представляя себе предмет. То есть достоверности ренессансных изображений доспеха можно доверять в очень высокой степени. Особенно, если изображена ситуация не религиозного характера, или фэнтезийного, или мифологического, а конкретное событие с конкретными персонами. Получается, для реконструкции Армета, забрала которого неизвестно в металле, можно смоделировать по изобразительным источникам. Условия несложные. Соответствие типа шлема типу забрала на картине или скульптуре, единое время изображения и изготовления деталей самого шлема. Общий регион, например, Западная Европа. Также следует сказать, что именно в эпоху Ренессанса широко распространяются изображения на военно-рыцарскую тематику в специальных источниках, трактаты по военному делу тактике, стратегии, оружейному ремеслу. Например, знаменитые книги императора Максимилиана I Габсбурга, часть которых иллюстрирует сам Альбрехт Дюрер, художник и мастер боевых искусств, кстати. Трактаты по рыцарским турнирам, например, турнирная книга Рене Анжуйского 1460 года. Также трактаты по фехтованию и судебному поединку, такие как книга Ханса Тальхофера 1467 год. А еще родословные книги рыцарей с изображением предков доспехов. Иллюстраторы книг для рыцарей были очень внимательны к деталям. Часто сами были знатоками военного дела. Доспехи и шлемы рисовались с разных ракурсов и в разных положениях. Например, с открытым забралом, снятые или полностью раскрытые. Отдельно следует упомянуть такой вид изображений, как надгробие рыцарей, также созданное с максимальной детализацией. Получается, Реконструкция шлемов в комплексе деталей возможно путем моделирования с привлечением достоверных источников, материальных объектов, музейных экспонатов и единовременных, то есть синхронных изображений. Да, это не дает нам повода думать, что это копия конкретного предмета, который прямо вот существовал. Но это изделие по всем внешним признакам будет являться арметом определенного века и определенного региона. Это не шлем, который был, это шлем, который является таким по совокупности технических характеристик. И заметьте, я сказал, по внешним признакам, так как внутри шлемов, которые делают сегодня, часто используется электросварка. Это позволяет сделать такое хобби, как реконструкция, немного доступнее. Итак, что же это за кругленькие штучки по бокам? Любая деталь воинского снаряжения изготавливалась не просто так, потому что. У каждой части шлема или доспеха было четкое, конкретное, утилитарное или декоративное значение. Рандель, от французского рандел, круглый. Это стальной диск, использующийся в доспехе для защиты отдельных особо уязвимых участков. Рандели размещали на корпусном доспехе, например, на латном наплечнике для защиты подмышек, вот тут в 15-16 веках. Также рандель был деталью шлема типа армет. Затылочный рандель, самый распространенный, это стальной диск на ножке, коротком штифте в задней части итальянского армета 15 века. Считается, что одной из его функций было в защите ремня держащего подбородник или бувигер от перерубания. Однако это вряд ли его основная функция. Затылок – очень уязвимая зона для бойца. Рандель должен был работать, как дополнительная защита от удара по затылку. Как бампер, буфер на пути к позвонкам нашего рыцаря. А как же боковые рандели, размещенные на уровне забрального крепления? Как в моем примере. Если на шлеме нет забрала, так называемый открытый шлем, этот вопрос становится еще более актуальным. Тогда боковые рандели будут усилителем защиты в височной зоне и дополнительной защитой от боковых ударов в лицо. А также Вероятно, такие рандели могут работать как улавливатели клинка противника. Следует напомнить, что рыцари часто могли идти в бой без забрала. Оно часто делалось съемным. Это известно по многочисленным изображениям. Да, без забрала очень опасно. Зато радикально решалась проблема обзора и дыхания. Иногда опаснее было не видеть, что происходит на поле боя. Именно для такого типа боя, в основном при спешивании рыцаря, и предназначались боковые рандели в армете. Кроме того, они несли и декоративную функцию, позволяющую оружейнику украсить эту часть шлема дополнительно. Там рифлением, перфорацией, аппликацией, цветным металлом и так далее. Некоторые рандельки уже были не полноценным защитным кружком, а малюсенькой такой штучкой, которую реально использовали больше для украшения. Арме стал самым технологически сложенным, трудозатратным и вместе с тем эффективным и по-настоящему красивым шлемом. В отличие от бацинетов, он был более анатомичным. Подбородник, сформированный с учетом контуров головы, позволял поворачивать головой, немного наклонять ее, чего не позволяли шлемы, опирающиеся на плечи бойца. Забрала Армета было съемным в большинстве случаев, то есть можно было подобрать разные типы забрал к одному шлему и использовать их для разных вариантов боя. Например, для копейной шипки отлично подходил кунусовидный хунцгугель. Для пешего боя с вероятностью уколов в лицо лучше было бы выбрать биков, имевший перфорацию, но не пропускающий даже клинок кинжала. Некоторые виды арметов имели высокий бувигер. Фактически двойное забрало, позволяющее варьировать степень защиты лица, Будучи сверхнадежным закрытым шлемом, арме можно было превратить в вариант открытого, сняв забрала вообще. А еще съемное забрала облегчало ремонт шлема при повреждениях. Шарообразная тулья прекрасно держала любые удары, иногда ее усиливали продольным гребнем. Это уже в более поздних арметах. Шлем легко можно было снять с головы и надеть обратно, просто расстегнув пряжку или сдвинув запирающий штифт, что указывало на его надежность и мобильность. Арме полностью закрывал голову, давал неплохой обзор с закрытым забралом. Перфорация облегчала доступ воздуха. Именно на основе Армета проектировали шлемы для турниров, что указывало на его высокую устойчивость к мощным ударам. В том числе прямым копейным. В 16 веке на некоторые виды турниров рыцари выступали в боевом, то есть не в турнирном, а в боевом варианте шлема. Арме годился для всех видов схватки. На копьях, на ударном оружии, на фехтовании на мечах. Да даже в рукопашную можно было ходить. Можно было тупо бомбить гопников на районе. Его можно было использовать и в пешем, и в конном бою. Это, вероятно, самый универсальный вид шлема. Из достоинств Армета прямо проистекают его главные недостатки. Он был сложен. Он был сложен в производстве, так как состоял из многих подвижных деталей. Требует высоких навыков профессиональной работы по металлу. А самое главное, у доспешника должно быть четкое понимание, как должен сидеть шлем. Насколько должна быть заужена шея или вытянут подбородок. Шлем не должен давить и при этом он не должен быть громоздким. Узкая смотровая щель должна быть ровно напротив глаз, чтобы было удобно, не выше и не ниже. У вас могли быть деньги, но у вас просто могло не быть возможности заказать для себя армет. То есть его производство завязано на высококвалифицированных мастерах-оружейниках, которых было просто мало. И скорее даже не на оружейниках, а на школах. Школах доспехостроения Средневековья. Должно было быть понимание, как разместить доспех на клиенте для максимальной практичности. Арме был трудозатратным, дорогим и доступным далеко не всем. Им можно было оснащать только элитарные типы доспеха. Возможность вертеть головой в раннем армете ослабляла защиту шеи. Стык с шейной броней был закрыт всего лишь кольчатой бармицей, что ну, недостаточно. Варианты армета без мощного бувигера слабо подходили для копейного боя верхом, так как банально ломалась шея от прямого таранного удара копьем. Несмотря на старания оружейников по улучшению формы, защиты лица, обзор все же был ограниченным, а перфорация не всегда давала возможность нормально дышать при закрытом забрале. Съемное забрало могло легко потеряться в горячке боя или в походе, и опять же, рукожопые оруженосцы, они, блин, даже сегодня такие же. Часто в музеях хранятся именно такие арметы с потерянной защитой лица. Штифты съемного забрала были уязвимы для мощного удара. Именно поэтому в поздних арметах забрала делали несъемным. И, наконец, как не фиксируй забрала, всегда был шанс его опасного открытия вследствие удара противника. Именно так погиб король Франции Генрих II Валуа. В общем, нельзя сделать идеальный шлем, однако Армет приблизился к этому идеалу максимально близко. Армет. Надежен, универсален и практичен. Он, в конце концов, чертовски красив визуально. Именно арметы изображают на рыцарских гербах в европейской геральдике. Появившись в 15 веке, армет дожил в своих модификациях до конца 16 а его продолжением были и боевые наголовья следующего, 17 века. Шлем-долгожитель, при том, что его постоянно улучшали. Рыцарство перестало быть самостоятельной военной силой, уступив место регулярной стреляющей кавалерии. Но армад пережил само рыцарство, как историческое явление и приемы боя. Его разновидности использовали поздние жандармы в битве при Павии, кирасиры и рейтары религиозных войн 16 века. Технологичность, универсальность, эргономика и эстетика – вот что такое армад.